Всем привет! Сегодня будем готовить мармелад из арбузных корок. Для этого нам потребуется арбузные корки 1 кг, половина лимона, ванильный сахар 1 пакетик, сода 1 чайная ложка, сахарный песок 200 кг, вода 1 литр. Арбузные корки нарезаем дольками и очищаем. На 1 литр холодной воды добавляем 1 чайную ложку соды. Все перемешиваем. Полученным раствором заливаем арбузные корки. Оставляем на 4 часа, чтобы арбузные корки стали мягче. Прошло 4 часа. Арбузные корки хорошо промываем в холодной воде. Промытым арбузным коркам добавляем 600 грамм сахара. Все хорошо перемешиваем и ставим вариться с момента закипания на 20 минут. После первой варки закрываем крышкой и оставляем на 4 часа. Через 4 часа варим второй раз и ставим вариться с момента закипания на 20 минут. Снова оставляем на 4 часа. После 4 часов добавляем остатки сахара 600 грамм. Выжимаем половинку лимона. Высыпаем ванильный сахар. Все перемешиваем. Доводим до кипения и варим 20 минут. Сливаем сироп и оставляем на 5 минут. Кусочки мармелада обваливаем в сахаре. Раскладываем на лист и даем подсохнуть. Всем спасибо за просмотры, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропустить новые вкусные рецепты. Пока-пока!